Всем привет! Сегодня мы будем собирать очередной пятый сет ремки на моем бездонатном аккаунте. Бездонатном. Сегодня очень хорошая акция для этого. Можно пятый сетик собрать очень дешево по сравнению со всеми предыдущими. Так. Ну, забираем плюшки. Вот четвертые сеты. Неплохо насыпало сегодня. Также мы прокачаем нашего Рудика на следующий уровень. Так, открыть. Чудесно. Получается, фактически там, ну пусть будет за 4 больших пака можно собрать 5 сет. Это очень дешево, как для русского сервера. Так, ковать, объединить. Раз. Два. 3 и 4. Так, еще плюс один сет мы получили. Побежали открывать сумочки. Три. Еще раз три. Ничего себе. Еще раз три. Круто. Что-то они там походу нашаманили. Кстати, сегодня также открылась зимняя сказка новая. Ивент для бездонатных игроков. В принципе, некоторые донатные тоже этим пользуются. 150 самов. Да, 150 самов. Так, идем. Заберем еще Руди с акцией. Прокачаем его. Так, самоцветное сумасшествие сегодня у нас. Забрать 20 рудольфов. 2 камня судьбы. Ничего себе. Завтра у нас будет сундук таланта 5 левела. Получить все. Окей. Так. Войти питомник. Ну, смотрим, какой будет. Десятка. Да, на 10 уровень нам хватило. Так, у нас 4 умение. Сейчас мы ему прокачаем. Плюс 1. Ну, чик. Пятерочка стала. Следующий уровень 13. Надеюсь, до Нового года успеем прокачать. Так, ну уже с 3. То есть у него кулдаун остался 4,8 секунды, но уже 3 цели. Было 2. Так, ну вот так вот. Вот такой вот мини-видосик. Кто забрал, думаю, те рады, что сегодня именно такие акции. Можно и камешки получить на прокачку. Также скины дособирать, анубисов, некросов, коробочки, карты. Ну, в общем, неплохой базар сегодня у нас. Сколько у нас там уже некроса? Будет 6 или нет?
не хватает немножко. Чуть-чуть. Ну, думаю, в акции следующей его добьем. Все, всем пока. Всем больше доната. Пока.